Добрый день, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Более 5 лет уже занимаюсь земляникой ананасной. Она выращивается как в кашпо, так и великолепно высаживается в грунт. Она у нас зимует, это уже проверено. Вот мимо не смогла пройти данных кашпо, чтобы не показать, насколько крупный цветок в кашпо. Это кашпо проснулось с прошлого года. Заснуло оно, потому что в этом году в теплице было не настолько тепло. Вот, смотрите, уже у нас ягодки. В принципе, практически 2,5 фаланга пальцев. В принципе, неплохие ягодки. Самое главное, яркость цвета. И, конечно же, обилие листвы. Будем, конечно, ждать ягодок, потому что ягодки – это основное. Но, как видим, уже много делала обзоров по ней. Все, не перестаю восхищаться. Вот такая вот красота растет у меня сейчас в теплице. Это у нас сорт Тоскана. Это у нас Тристан. И Рубен пока нету кашпо. Рубен у него будет темно-темно-красный цветок. Тоже, в принципе, такого же объема. Такая вот красота. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Будет очень много интересного.